Привет, ребята! На канале NickNockNet, и сегодня это будет продолжаться. Как вы думали? Побег от пингвинов, это было побег от пингвинов, 7 серия. Вы думали, побег от пингвинов, 7 серия, это будет конец? Нет. Все и будет продолжаться. Ладно, я просто решил сделать продолжение. А не забудьте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. И приятного вам просмотра. Как спасти нашего героя NickNockNet? Как его спасти? Я даже не знаю, какое зелье спасет. Ну, я не знаю. Так, я же ученый. Надо подумать. Так, здесь написано отрава. А здесь написано сила. А это просто. А здесь написано бессмертность. Стоп, я неправильно прочитал. А, это не бессмертно. Это просто вода всего лишь. А что здесь написано? О! Возродить человека. Нормально. Все, я знаю, какое зелье. Вот это поможет нашу героя спасти. Давай. Теперь ты будешь жив. На, пей. О, что? Где я? Он выжил! Ура, ты выжил! Иди сюда, да тебя обниму. NickNockNet младший, я рад тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть живым. Стоп. Я не помню, что со мной произошло. Я не помню. Этот король-панда тебе топор бросил. И ты был без сознания. Нам пришел тебе вот это зелье дать. Ну-ка, что здесь написано? Это не отрава случайно? Не? Нет. Возродить человека. Нормально. Мне сейчас надо супероружие. Я должен им там мстить. Сейчас тебе дам, держи. О, два коша. Как сказать? Ну, не знаю, просто два пистолета. Ох, два этих крутых пистолетов. Ну все, я теперь ему отомщу. Что там за звук? Сейчас посмотрю. Они еще и продолжаются. Стоп, вам не кажется, что их создал этот король панда. Этот король панда построил какой-то механизм, чтобы появляться эти пингвины. Кстати, я тоже так думаю. А я нет. Он, наверное, был не прав, что это была последняя банда. Ну все. Дать мне зелье силы. Вот это? Блин, я не понял, какое зелье силы. Я не помню, реально. Я тоже не понимаю. На вам, на! Что? Фух, везоу, на! Ох, как я зол. Ой, я даже от жести слетел с джетпака.
Нифига ты их замочил. Если мы услышим твой крик, побежим к тебе на помощь. Окей. Я сейчас хочу отомстить ему. Ладно. Мы не забудем про тебя, если ты погибнешь. Хорошо. Оп! Ай. Теперь я готов мстить. Вспомни! Ревенч панда! Помнишь такое слово? Отомстить панда. Помню. Король, это ты? Наверное, реальный король. На тебе по пушкам. Что? Блин, это был фейк. Это был фейк. Блин, это был фейк, король. Уничтожить его! А! Что? Еще один король панда. Блин, это был снова фейк. Еще один фейк. Это что за место такое, блин? Так. Здорово! У меня есть щит. Стойте. Стойте. Это же наш герой. Он выжил. Его вылечили. Наш герой! О, чё мне все внимать? Ладно. Слава богу, что вы здесь. На меня сейчас там нападала небольшая армия пингвинов. Я там увидел два фейковых королепанд. Он теперь наверное, это знак, что он теперь создает фейковых. Ребята, нам надо быть вместе. Мы обязательно к тебе придем, если ты будешь чем-то ранен. Хорошо, вы сидите здесь в безопасности. Хорошо. Офигел просто в шоке. Что? Куда он исчез? Что? Попробую угадать. Снова фейк. Или это был не фейковый король панда? Или не... это был, наверное, не настоящий. А, это был не фейк, а не настоящий, просто помощник. То есть охранник. Эй! Иди сюда! Что ему от меня надо? Сюда. Иди сюда. Что такое? Зачем ты меня сюда привез? Знаешь что? Я все это время следил за королем панды, что он делал. Ну что он делал? Я видел, он создал механизм, чтобы появлялись фейковые его фейковые короли панды, типа. Чтобы ты даже думал, что это настоящий, потом расстроишься, что это фейковый. Ох, я хочу. Вот бы он мне попался на глаза, я бы его такое устроил. Но я знал, что он не самый главный босс. А кто? Фу, ты, я перепутал. Он самый главный босс. Ё-моё. Надо что-то с этим делать.
Что за звуки? На тебе зелье, чтобы ты себя замочил. Отойди! Он сам себя замочил, ты видел? Да, круто. Ладно, я пойду в вашу бар, в ваше место. Эй, ты чё, ты куда? Лягушка, ты как сюда добралась? Я хочу с вами, я хороший, реально. Ладно. Может, на сегодня хватит? Ты так уже почти весь гнев выкинул. Что мне с этим королем делать? Что мне с ним делать? Я даже не знаю, что мне с ним делать. Вот, пошел раз, выжил, когда я разрушил его робота. Он был весь в этом красном жидкости почти. Он на меня бросил топор. Да, так понимаю. Да. Я тоже это знаю, что он... Я тоже знаю, что он на тебя топор бросил. И я. Ребята, нам надо, наверное, идти вместе. На шатре выбегаем на улицу. Окей? Раз, два, три. Побежали на улицу! Побежали! Боже, куда им пришлось? Спасибо, что ты мне дал базуку. Не за что. Может, забомбить? Чтобы на всякий случай сюда из пингвинов не пришли. Кстати, давай за то, что тебе топор бросит этот карпада. Все, я тут бомбил все. Все, наверное, весь дом зомбомбит. Молодец. Ладно, нам надо даже идти туда. Мы пришли. Вы помните там место, где-то мы? Это нас посадили в тюрьму в прошлый раз. Помните, как король панда мне бросил топор? Помните это место? Да. И оно сейчас разрушено. Кто это стреляет? Я не понимаю, почему у него было одет еще две базуки. Наверное, это настоящий. Ты что? Я тебя ведь стрелял, ты его... Ох, голова кружится. Голова кружится. А я тебя запутал. Я улетал. Ребята, это, наверное, был реально настоящий. Откуда у меня такая сила, я не понимаю. Видимо, он что-то сделал сам себе. Такую силу добавил. Теперь... Дай мне базуку, пожалуйста. Теперь я буду атаковать базукой плохих.